Крупными беспорядками и погромами закончился очередной марш протеста в Мехико, участники которого требовали отставки президента страны Энрике Пенья Нието, отмечающего вторую годовщину вступления в должность. Манифестанты громили и поджигали витрины магазинов и рекламные щиты. На разгон протестующих были брошены крупные силы полиции. Демонстранты обвиняют руководство страны в бездействии и затягивании расследования похищения 43 студентов в городе Игуала в конце сентября. По данным следствия, пропавшие молодые люди были схвачены местными полицейскими, а затем переданы в руки членов криминальной группировки, которые и расправились со студентами. Это преступление возмутило мексиканское общество. Люди требуют правосудия. Популярность президента упала до самой низкой отметки за все время. Пытаясь взять ситуацию под контроль, глава государства предложил проект конституционной реформы, предусматривающей, в частности, роспуск муниципальной полиции. Но еще до принятия этих мер многие называют их недостаточными.